И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival Evolved, все так же на фьордах. И сегодня... Черт побери. Весь сезон я говорил, что гига. Но только в последнем видосе Аркер пишет в комментариях: а разве можно гигу вызывать на босса? И тут меня просто осенило. А можно ли вызывать гигу на босса? И прям без шутеек я реально задумался, а можно ли? И если в названии серии типа «Фейл всех времен народов», то «Фейл всего сезона», блин, то нельзя. Я еще пока что не знаю. Если же там убийство босса, то значит можно. Суть в чем я хочу сделать. Ну, во-первых, у меня можно призывать гигу вот так. И вы это прекрасно знаете. Также есть такая штука под названием креопод. Им мы тоже попробуем воспользоваться. Ну так возьмем не тебя. Так, ну-ка, что там пусто в инвентаре? Да. Вот. Да, пусто и пусто. Единственное, что я возьму с тебя седло. Для чего? Чтобы, если чего, надеть на этого гигу седло. Берем его, закидываем в креопод. Если что, тебя буду вызывать через телепорт. И, соответственно, попробуем вызвать и то, и то. Но сначала я пойду, понятное дело, на гиге, как положено. Призовется, не призовется. Черт побери, я об этом даже реально не задумался. Я весь сезон об этом говорил, но ни разу не задумался, а можно ли. Насчет сердец. С сердцами было вообще смешно. Есть Affinity, Спина, Терезина, Тункалиостео, Телекалео, господи, и Базила. Это я выдавал себе ресурсы, потому что, ну, блин, я... Вчера у меня не было времени, сегодня уже надо серию выпускать. Вот, и как бы... выдал себе ресурсы, но сердца гиги я выбил сам. Во-первых, нажал на гигу, собрался искать спину, нажал на гигу и такой: о, появился гига. Появился гига, рядом с ним был Кархадонтозавр. И в чем прикол? Сердца гиги падают с кархадонтозавра. Прикиньте. То есть от них точно так же падают сердца. И, ну, соответственно, там их было два, я их два завалил, поэтому пускай будет. Вот, поэтому как-то так. То есть прям неожиданно, но клево, что разрабы додумались в них закинуть сердца гиги, чтобы они дропались. Так. Что у меня? Еда, вода, хилки, все дела. Это все есть, это все хорошо. Так что, идем. Пойдем мы, наверное, на... А на кого пойдем, наверное? Пойдем-ка, наверное, Эч. На... паучиху? А давайте паучиха. Зеленый, синий, красный. Зеленый паучиха, синий мегаптек и красный этот... дракон. Дождемся утра и пойдем туда. Ну а пока можно тпхнуться к боссу. Итак, а для чего же я решил дождаться утра? Ну, что мало ли, куда вызовется босс, там будет, ну, вдруг день-ночь, вот это все дела. То есть будет темно. Это во-первых. Во-вторых, ну, как бы я могу включить гамму, но я не хочу просто включать вот все. Ну, то есть искажать картинку. Так, ну и во-вторых, давайте забирать седло. Ну, блин, вот управлять могу нажать, а седло забрать не могу. Ну, классно. Так. Здесь у меня уже все сложно. Здесь у меня на бруду и так уже до этого было сложно. Ну, что, вызываем гамму. В общем, если обосрусь, то как бы и Беллу легко завалить, и артефакты легко достать. Почти. Ну, в общем, все равно легче, у меня телепорты есть. Вот, поэтому как бы... погнали.
Весь вопрос именно вот в этом. Призовется гига, не призовется. Если гига призывается, вот так мы в пещеру обратно, в ту же самую стандартную пещеру, что ли, тпхаемся. Если в гига призывается, то вообще огонь. Если в гига не призывается, то пробуем с помощью криопода вызвать. Если криопод не вызывается, то пытаемся вызвать с помощью телепорта. Момент истины. Гига не вызывается, отлично. Это тоже не вызывается, отлично. И гига так вызывается, отлично. Ну, в общем, моды только нас и спасают. Без них вообще никак. Вот так вот и живем. Только на модах и выживаем. А что поделаешь? Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, блин, я не ожидал этого. Честно, я прям этого сильно не ожидал, что... Точнее, я об этом даже не задумывался, что... Что нельзя! Что просто-напросто этого нельзя сделать. Такие вот дела. Здесь мы что получаем вообще с тебя? Голова, знак и элемент. Это логично. Больше с тебя ничего и не можем получить. Всякие тэграммы и так далее. Даже если можно было бы изучить, то они уже изучены с тебя. Меня больше смущает... это дефолтная гамма? Ёшкин кот. Вот этот туман, короче, конечно, очень сильно не вобнил. Кстати, а где мы по карте вообще? О, так не там же. Просто единственное, что, наверное, координат какие-нибудь у нас... Какие-нибудь у нас такие прям ядрёные. Хотя нет, подожди, я где-то ж отсюда вроде бы. Ну-ка. Ай, 2 секунды. Ну, вылези. О, ну, слушай, не сильно ты уж под землей. Почти 1200 метров. То есть, как бы это не сильно-то уж глубоко под землей. Но под землей. Под землей, то есть теоретически можно даже в эту на лайфхаке прилететь. Теоретически. Практически я этим даже ни разу не пользовался, не знаю, как там. Может, нельзя. Голова. Есть. Одна. Ну, в общем, гигу вызывать нельзя. Но, имея на борту ЭВСом телепорт, мод, можно спокойно это делать. Кстати, и эти тоже криоподы вызвать нельзя. Прогрузка, мать ее, прогрузка. Что поделаешь, хоть музычка на фоне играет, да, я что-то балаболю. Такая же тупость. Сейчас пройдем еще бету, пройдем альфу. Да, и вот, и я улетел, короче, вообще вот туда. То есть я был с той стороны, сейчас вообще улетел туда. Ну, окей, тоже неплохо. Тоже неплохо. Так. Хыловить. Вызываем. Вызываем. Отлично. Вызываем бету. Вот они пошли уже ресурсы в расход. И вот на альфу как раз ровненько остается. Но я сильно лишнее не лутал. Когда нужно было просто добить, я лишнего не лутал. Кстати, вот давай посмотрим. Если я буду на... Вот так вот на гиге. Я, по идее, попадаю в этот купол. Но... По идее, вот так я точно попадаю в этот купол. Но давай посмотрим. Попаду ли я или нет. Фу, вовнутрь-то я попал, хорошо, но, сами видите, гига не призвалась. Слушай, так это не стандартная пещера все равно, это спецпещера, как ни крути. Конечно, здесь этот туман долбанный. Ну-ка, давай глянем, в настройках, может, что-нибудь убрать можно. Не, что-то я все тут перетыкивал, и не судьба. Вот эта вот туманная дымка, она никуда не денется. Да, ну опять-таки же... О, кстати, смотрите, все эти паучки куда-то сдриснули. Ну... Да. Туманка... Нет, в целом прикольно, что здесь сделана специальная локация. Не просто так, как на этих... Мне вспомнил сразу же этот центр.
там специальная локация. Ну, там были все боссы на одной локации. Ну, кстати, это прикольно, там была локация, это было видно. Я еще пытался туда прилететь как-то. Понятное дело, у меня ничего из этого не вышло. О, Гига апнулся. Апнулась. Отлично. Еще голова, элемент и еще один флажочек. И снова урон. Да, дымка эта долбаная, конечно, прям вообще огонь. Всю картину обсирает. Ни черта просто не видно же. А так хотелось бы обсмотреть, что здесь, как здесь получше. Ну, прикольно, прикольно. Прям конкретное паучье логово арахнофобом. Не завидую, хотя я сам пауков ненавижу. Ну, прям они мне не нравятся, они мне прям вообще не нравятся. В играх, когда на тебя лезет вот такая здоровая хрень, это еще выглядит намного ужаснее, особенно когда ты сам бегаешь пешочком, а не на гиге. Вот. Кстати, без записи почему-то очень быстро все прогрузилось, даже смешно. Ну и вот, собственно, все ресурсы были потрачены. Не, конечно, то, что Гигу не призывает, это логично. Но то, что я весь сезон выращивал Гиг, и, блин, мне только в последней серии сказали, что, блин, задали вопрос, чувак, вообще там вызывается, это, конечно, смешно. Да, это прям очень реально смешно. Такс. Эргигушка. Отлично. Ну, погнали. Ой, это не та кнопочка. Урона вносят немного, что логично. Как бы, ну, а что тут вносить-то мне урона? По мне урона. Но все равно больше, чем некоторые мобы. Ну, по 300, по 400 глушат. Как бы, не кисло. Поэтому могу спокойно вот так вот, вот в таком режиме камеру вам показывать. Да. Не, ну а вы как хотели. Когда у тебя, когда ты играешь на локалке, у тебя есть настройки. Даже нет, не настройки диносов. Там есть кнопочка такая, типа, для локальной игры. Ой, он даже отогрелся. Для локальной игры. И там статы всех диносов сразу же увеличиваются. Ну, как бы, ну как статы? Тебе выживать становится легче. Все настройки в начале сезона я вроде бы показывал. Я вроде в начале каждого сезона настройки показывал. Вот, и как бы, ну, а чего, как говорится, ты ждешь от этого? Вот, куча элемента, три головы, которые мне будут нужны именно для этого. Но урона внесла не кисло. Учитывая вот такое седло... Учитывая, что это выведено гига, урон довольно-таки не кисло. Как ни крути. Ну, это ж локалка. Камон. Сейчас бы на локалке еще сдохнуть, это, конечно, было бы очень смешно. Хотя я умудряюсь. Я все умудряюсь делать в этой жизни. Это я. Добрый вечер. Вот. Такие вот дела. Вот как-то так и подходит сезон к концу. Мне остается что еще? Мегапитек, дракон и Фенрир. Посмотреть на главного босса этой карты. Ну а я на этом что? Буду с вами, пожалуй, прощаться. Да, вот так вот и бывает, когда ты играешь на локалке, у тебя мега животные и хорошие моды. Можешь спокойно на гиге телепортироваться к боссам. Точнее, гигу телепортировать к боссам. Ну а на этом уже все. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк, комментировать, ну и, конечно, делиться моими видео с своими друзьями. Это все. Всем удачи, всем пока, всем счастливо, добра, всем пока.